Мы все сами себя создали, но только успешные признают это. Нравится вам это или нет, вы сами себя создали. Верите вы в это или нет, вы сами себя создали. Признаете вы это или нет, вы сами себя создали. Но в том-то и дело. Обычно только те люди, которые добились успеха, признают, что именно они ответственны за это. Если ты не там, где ты хочешь быть, нужно иметь мужество, чтобы признать, что только ты отвечаешь за свое здесь, свое сейчас и свое будущее. Принятие ответственности за свое будущее – это первый шаг к тому, чтобы взять под контроль свою жизнь. Если вы постоянно указываете пальцем на кого-то другого или верите, что другие люди контролируют вашу судьбу, вы бессильны. Забери свою силу. Я знаю, что не всегда бывает легко. Я знаю, что есть обстоятельства, которые не являются вашей виной, которые сбили вас с пути к вашему успеху. Я знаю, это тяжело. Но поймите, это всегда будет трудно, если вы не соберетесь с духом, чтобы вставать после каждого падения и что-то делать. Мир – это огромный, гигантский беспорядок. Но внутри этого гигантского беспорядка некоторые находят решение, но большинство находит оправдание. Некоторые внедряют инновации, но большинство просто-напросто сдаются. Возможности есть везде. Возможно, это не то, чего вы планировали. Возможно, это не то, чего ты хочешь в данный момент в своей жизни. Но всегда есть выбор. Выбор, который вы делаете, создает вас. Действия, которые вы предпринимаете, создают вас. Нравится вам это или нет, вы сами создаете себя. Вы способны. Вы есть и всегда будете продуктом вашего выбора, вашей дисциплины, ваших действий. Вы всегда будете делать себя сами. Теперь, когда вы это знаете, начните делать выбор, чтобы создать лучшее «я», которое вы можете, с учетом обстоятельств, людей и окружающей среды, в которой вы находитесь прямо сейчас. Решите стать одним из немногих, кто примет вызов и возьмет на себя полную ответственность за свое будущее. Вы способны. Вам не нужен никто другой, чтобы добраться туда, куда вы хотите добраться. И вам не нужно никого винить за то, где вы сейчас находитесь. Возьмите на себя ответственность. Спросите себя, что я могу сделать лучше? Что я не делал такого, что должен был бы делать? Что я упускаю? Если бы я смотрел на свою собственную жизнь свысока, какие улучшения я бы сделал? Что является обязательным в моей жизни? Какие три вещи я могу сделать прямо сейчас? Три действия, которые я могу предпринять, которые потенциально могут изменить все в моей жизни. Запишите ответы на эти вопросы. Открыто, честно. Прочтите все, что вы написали. Подумайте об этом. Потратьте время, думая обо всех тех областях, которые вы можете улучшить. Затем делайте выбор, который вы должны сделать. Предпринимайте действия, которые вы должны предпринять. Будьте в поиске возможностей и в охоте за результатами. Посвятите себя созданию себя, которым вы будете гордиться, независимо от того, что происходит в мире. Друзья, конкретные инструменты для улучшения своей жизни вы найдете в телеграм-канале «Сила слов». Там контент, которого нет и никогда не будет на ютубе. Подписывайтесь, ссылка в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Спасибо за просмотр.